Раз, два, три. Дорогие коллеги, добрый день. 12:00 на моих часах. Меня зовут Илья, PR-менеджер компании Appymatic. Сегодня расскажу вам про новинку от E-Link, долгожданную для многих. Традиционно минута 3-4 подождем тех, кто задерживается. Больше людей будет у нас в чате. Конечно, были бы рады сейчас показать вам какой-то интересный видеоролик, включить музыку. Техподдержка Mind обещает скоро добавить этот функционал. Наши вебинары будут проходить веселее, когда такая возможность появится. Пока мы ждем тех, кто еще подключается к нашему каналу, можно чуть-чуть поговорить. Друзья, напишите, пожалуйста, пока в чат, с позиции кого вообще вот вы интересуетесь новой моделью W56P. То есть, может быть, просто как наш дилер, системный интегратор, например. Может быть, здесь есть представители конечных пользователей. Или вы просто случайно зашли посмотреть. Может быть, вы наши конкуренты вообще. Ну, вижу также в чате несколько сотрудников IP-Matic у вас. Я знаю, вы можете не писать, зачем вы на этом вебинаре. Дорогие коллеги, а слышно меня вообще? Кажется, как будто бы вопрос ушел немножко в пустоту. Так все-таки, с кем мы сейчас будем общаться? Напишите, пожалуйста, кто вы вообще? Дилеры, интеграторы, может быть, конечные заказчики, просто интересующиеся слушатели. Как вы себя характеризуете, себя позиционируете в рамках вебинара? Интересно узнать. Вот, пошли первые ответы. Ну, в общем, я так понимаю, что да, подавляющее большинство, наши дилеры, партнеры, субдистрибьюторы. Ну и отлично. 12:03 уже. Как обещали, 3 минуты подождали. Те, кто задерживается, больше тянуть смысла нет. Давайте начнем. Итак, добрый день, коллеги. W56P, новинка от E-Link. Презентация будет условно разделена на 3 части. Начнем с позиционирования продукта. Поговорим о ключевых преимуществах. И, конечно, самое интересное сравним с другими популярными моделями. Итак, как же позиционируется новая модель дек-телефона от E-Link W56P? Основная информация, которую стоит знать, стоит понимать, которую выделяет вендор, ну, действительно, с этим трудно поспорить. Нужно понимать, что W56P и W52P используют одинаковые базовые станции. То есть различие основное, по сути, идет именно в трубке. Поэтому есть различные варианты совместимости. Например, к базе от, извините, от W56P, по сути, базе W52P с версией прошивки поколения V80, вы сможете использовать также и старые трубки от W52P. И, соответственно, есть варианты обратной совместимости. Это будет тестироваться в ближайшее время. Пока что не можем на 100% сказать, но близки к тому, что действительно можно будет, соответственно, и обновив версию программного обеспечения базы W52P, подключить к нему трубки W52P. 6H. Таким образом, можно будет даже совмещать на одной базе разные трубки, то есть, например, условно говоря, использовать 3 трубки W52P и еще 2 56. Откуда вообще у вендора, у компании E-Link появилась идея, необходимость в том, чтобы разработать новый DEC-телефон? По результатам глобальных опросов, исследований выяснилось, что аудитория не совсем довольна некоторыми аспектами телефона W52P. Конечно, достаточно громко сказать, что это недостатки, какие-то недочеты. Это некоторые точки роста, которые можно улучшить, которые можно изменить, чтобы новая модель стала еще лучше. То есть, если даже телефон получал не отличные оценки, а, скажем, просто удовлетворительные, все равно это было сигналом для того, что что-то нужно менять, нужно сделать новую модель. Такими вот точками, такими сигналами был не совсем удачный дизайн, как многие говорили, отсутствие ударопрочности, достаточно малый объем аккумулятора, некая нестабильность приема сигнала, ну и отсутствие защитного чехла, что, в принципе, входит также выше заявленный пункт про ударопрочность. Вот это все исправили в новой модели, добавили пункты вот эти сказанные и, соответственно, пытались сделать максимально удовлетворяющий всем потребностям аудитории по всему миру.
И также новая версия программного обеспечения вышла, обеспечение, которое базируется уже на поколении программного обеспечения V80, где оптимизирован веб-интерфейс и доработано экранное меню. Таким образом, действительно удобно и понятно будет пользоваться новым телефоном за счет того, что интерфейс, он, в принципе, привычен для тех, кто знаком с десктопными телефонами, соответственно, сможет с легкостью пользоваться и уже 56-й модели. В результате вот этого всего появилась, собственно, модель W56P. На этом слайде перечислены основные характеристики. Сейчас на каждой конкретно останавливаться не будем, потому что разберем сейчас все подробно. Ну вот, самые важные моменты вы можете видеть на этом слайде и уже ощутить все достоинства этой модели. Итак, давайте пойдем по порядку. Сначала закончим с позиционированием, на том, что это, по сути, такой первый шаг, проба пера в развитии целой линейки DECT-решений от E-Link. Как мы знаем, что обычно продукты в E-Link, они не единичные. То есть это целая линейка, удовлетворяющая разным потребностям. Как мы знаем прекрасно линейку T2, ультраэлегантную линейку T4, бывшую раньше линейку T3, так, собственно, и DECT-продукты от E-Link, они станут не единичным продуктом, как долгое время был 52-й телефон, а целой линейкой в разных ценовых сегментах с разными возможностями, что удовлетворит потребностям, запросам людей со всех точек мира. Здесь уже, по сути, на данный момент есть три аппарата, вот 52-й, 56-й и репитер RT10. На самом деле, все вот это сказано ни в коем случае не говорит о том, что 52-й как-то уходит с рынка и будет прекращать свое производство. Нет, мы позиционируем так, что 52-й, что называется, low-end модель, 56-й это уже премиум-класс, то есть он на шаг выше. Дальше, соответственно, будет развитие, E-Link будет производить и новые базы, и новые трубки, принципиально новые продукты, добавлять новые функции в свои решения. С одной стороны, проба пера, да, с другой стороны, все-таки первый блин, он точно не вышел комом, 52-й клевый телефон, как мы все знаем, им действительно удобно пользоваться. Но и E-Link хочет сделать еще лучше, набирается опыта, а задатки-то есть на самом деле. Вы наверняка знаете, что DECT-микрофон для ВКС, который сделал E-Link, это, по сути, уникальный проект, так что среди DECT-продуктов опыта будет еще больше. Вижу вопросы в чате. Я попрошу коллег моих, которые есть также на этом вебинаре, следить за вопросами, пытаться отвечать. Я думаю, что наши замечательные инженеры, может быть, более компетентно даже на что-то ответят. Я пока в ходе вебинара постараюсь не сильно отвлекаться на вопросы. Основные преимущества, основные фишки нашего нового телефона. Выделяет вендор 6 основных конкурентных преимуществ, что называется точки превосходства, громко можно заявить. Конечно, эксклюзивный дизайн, то, что мы говорим, хай-эндовый дизайн, превосходный дизайн, синонимов можно подбирать много, но действительно трубка стала другой, интересной, большего размера, чуть позже про это скажем. Долгий срок жизни батареи, это тоже отдельный слайд, целая тема для разговора, и возможность очень быстро эту батарею зарядить. Плюс также появилась зарядка от USB. Отдельная, очень крутая возможность нового телефона – это разъем для гарнитуры 3,5 мм стандартный, чего не было, например, у 52-го. И опционально появился защитный чехол, специальный кожаный, который добавляет элегантности и просто защищает трубку. Говоря о дизайне, в верхней части телефона можно заметить привычный LED-индикатор, как на настольных телефонах, который показывает, что телефон работает. Большой экран, почти 2,5 дюйма. Это удобно, интересно. Интуитивно понятный интерфейс. Я и мои коллеги не можем сказать, что у 52 был какой-то непонятный интерфейс, что им было трудно пользоваться, но здесь все еще более оптимизировано и, в принципе, приведено в соответствие с уже привычным интерфейсом настольных телефонов. То есть должно быть еще удобнее.
клавиши большего размера. Действительно, некоторые люди с большими пальцами, так скажем, в основном мужского пола, конечно, говорили, что не очень удобно нажимать на кнопки 52-го, теперь удобно все, здесь клавиши больше. И опять же, хай-эндовый дизайн зарядного стакана, он теперь тоже другой и интересный. Вот на вопросы уже в чате отвечают мои коллеги, спасибо большое. На самом деле вопрос был, появятся ли репитеры с поддержкой работы каскадом. Ну, действительно, к сожалению, пока не обладаем этой информацией, но будет больше информации от производителя. Будем до вас своевременно все доносить, все, что только узнаем от компании E-Link. Мы с ними общаемся буквально вот каждый день и напрямую, так что всю самую последнюю информацию можно узнать в тематике. Мы переходим дальше про долгий срок жизни батареи. Это действительно так, и интересно посмотреть, какими сценариями конкретно компания E-Link тестировала вот эту батарею. Здесь были 4 разных теста. Во-первых, конечно, самое очевидное – это просто время непрерывного разговора. То есть телефон без подзарядки включался в разговор, и более 30 часов, то есть это более суток, можно говорить без перерыва по этому телефону. Это в неких идеальных условиях. Понятно, что, например, там, при слабом сигнале может быть чуть меньше, но, в общем, на 30 часов нужно ориентироваться. Это круто. При имитации частого использования, как будто бы в офисе, как будто бы при очень активном использовании, например, секретарем, более 2 рабочих полных дней удерживать телефон, как происходило тестирование. Каждые 5 минут происходил входящий звонок. 40 секунд проигрывался рингтон, то есть ожидание ответа, потом трубка поднималась, в течение 3 минут происходил разговор, и, соответственно, оставшиеся, сколько получается, минута 20 секунд, телефон в режиме ожидания. Таким образом, 8 часов в сутки, то есть имитация полного рабочего дня, происходило такое тестирование, затем 16-часовой перерыв. То есть как будто бы действительно телефон используют очень активно в офисе. Более 2 суток таким образом батарея выдерживала. То есть, по сути, в условиях очень активного офисного использования телефон можно заряжать 2 раза в неделю, не чаще. В режиме просто ожидания, без разговоров, телефон работает более 20 дней. Ну, опять же, в идеальных условиях, но не в идеальных условиях это число не сильно уменьшится. 400 часов – это очень крутой показатель, даже не знаю, кто еще может таким похвастаться. И очень быстрая зарядка, например, всего 10 минут процесса заряжания батареи хватит на 2 часа непрерывного разговора. Мы переходим дальше. Говоря про зарядку от USB, можно заметить, что, соответственно, появляются различные возможности, как заряжать трубку. Через переходник от сети, привычный способ. Собственно, даже от USB-порта, знакомый нам всем линейки T4. От какого-то переносного зарядного устройства, от пауэрбэнка. Конечно, если честно, трудно представить какую-то ситуацию, когда срочно нужно зарядить офисный дек телефон от пауэрбэнка, но все может быть, хорошо, что такая возможность есть. Ну и, конечно, от компьютера, ноутбука. Вообще, таким образом, этот телефон становится особенно удобен в каких-то ситуациях, в каких-то моментах, когда сотруднику нужно много ходить, без возможности держать телефон в стакане и ходить на большие расстояния. Например, при работе на складе. В каких-то еще ситуациях, когда большое пространство офиса, например, когда секретарю нужно все время где-то быть. То есть удобно и правильно. Следующее ключевое преимущество, оно действительно ключевое, это наличие стандартного разъема 3,5 мм. У W52P был 2,5 мм, а теперь же новый телефон поддерживает все стандартные гарнитуры, по сути. В этом вы не ограничены. Это действительно удобно и приятно. О чем еще нельзя сказать? Нельзя не сказать. Опционально можно будет докупить защитный чехол. Это дает дополнительные возможности, как удары прочности, влагозащищенности, а такой момент, как антискольжение, то есть телефон не будет укатываться со стола, не будет падать. Это все хорошо, ну и чехол сам по себе смотрится достаточно удобно, элегантно. Это специальная разработка вообще от E-Link, то есть не просто взяли какой-то чехол, а разрабатывали его. Вот это, кстати, фотографии, сделанные непосредственно менеджерами E-Link со своего рабочего места. Рекомендует вендор защищать экран также защитной пленкой, но это уже, наверное, конечно,
Личное дело каждого из вас, как вам удобнее, пользоваться этой пленочкой или нет. И самое интересное, наверное, основное, чего вы ждали, конечно, сравнение с другими моделями. Те из вас, кто был, например, на нашей конференции весенней, уже могли видеть вот этот слайд. В первую очередь, естественно, нужно сравнить данную модель с моделью 52P. Как мы видим, по многим, почти по всем ключевым характеристикам, 56-й – это большой шаг вперед. Ну, что, собственно, неудивительно. Тут даже особо сказать нечего, все наглядно показано на слайде, начиная от экрана, батареи и заканчивая такими специальными, специфическими возможностями, как крепление телефона на стену. Куда интереснее сейчас посмотреть сравнение с другой популярной моделью DECT-SIP телефона, так скажем. Первое, что бросается в глаза, 56-го подключается только 5 трубок и 4 одновременных вызова, тогда как у другого популярного телефона этот показатель равен 8 в обоих случаях. Но мы это на самом деле не считаем недостатком. Мы это, конечно, не можем скрывать от вас, но это не минус. Тут есть несколько объяснений. Во-первых, компания E-Link, она в принципе позиционирует себя в основном как компания для малого и среднего бизнеса. И тотальному большинству заказчиков E-Link по миру и не нужно подключать никогда больше 5 трубок. Во-вторых, E-Link провел тоже глобальное исследование в разных странах и выяснил, что подавляющее большинство вообще заказчиков, которые используют в офисах DECT-SIP телефоны, они в любом случае, какая бы ни была номинальное ограничение в базе, используют не больше 2-3 трубок. То есть даже 5 для подавляющего большинства заказчиков по миру – это уже много. И в-третьих, мы уже выше говорили про то, что E-Link будет развивать свою линейку, и, конечно же, в будущем появится специальная новая модель, которая будет поддерживать максимальное количество трубок для тех редких заказчиков, которым действительно нужно, чтобы на одной базе могли работать, например, 8, даже больше трубок. По другим показателям эти две модели либо равны, либо есть четкие преимущества у W56P. Будь то больше размер экрана и более высокое качество, наличие разъема для гарнитуры стандартного. По времени работы, по времени службы и по емкости батареи тут вообще разговоров, в принципе, нет, тотальное превосходство модели. И также более широкие возможности с записными книгами. И, соответственно, поисков по записной книге, который есть в 56P. Вот это все, что я сейчас говорю, могло бы быть достаточно голословным без последнего слайда, который представляет большой интерес. Вы все видите перед своими глазами, но здесь можно сделать, конечно, небольшое отступление, что рекомендованная розничная цена и средняя цена на Яндекс.Маркете – это немного разные показатели. То есть, на самом деле, разница будет не такой ощутимой по факту, но все равно вот эти 20-30% это тоже деньги. И на самом деле на этом месте сам вебинар заканчивается, потому что сейчас хочется узнать ваше мнение, вступить, может быть, даже с вами в какую-то дискуссию. Являются ли все вот эти конкурентные преимущества действительно важными и нужными, когда мы видим разницу в цене. Ну, даже если, условно говоря, сравнить 7 и 10 тысяч, понятно, что это все равно достаточно много. То есть, пожалуйста, хочется действительно услышать ваше мнение. Во-первых, конечно, в чате. И, во-вторых, прошу вас открыть вкладку «Опрос». Там в том числе есть два вопроса про то, что интересен ли вот новая модель лично вам. И как вы думаете, будет ли она интересна вашим клиентам-партнерам? То есть, будет ли ее покупать на российском рынке? Нам действительно важно знать ваше мнение, хочется понимать, чтобы оценить перспективы модели на российском рынке, чтобы понять, насколько она вообще в том числе для нас актуальна, и просто понимать, что вы, в принципе, об этом думаете. Как я сказал, собственно,
часть вебинара, основная информационная закончена. Я вам говорю большое спасибо. На слайде можете видеть мои контакты. Всегда рад, если будете звонить, писать каким-то вопросам.